В павильоне Республика Беларусь на ВДНХ состоялось открытие тематической экспозиции «50 лет БАМ. Белорусы на стройке века». Среди участников и студенческий строительный отряд «Ритм-2.0» имени героя Советского Союза Николая Александровича Кидышко Полоцкого госуниверситета. В торжественной обстановке юбилейное знамя БАМа перешло от России к Беларуси. Бойцы отряда Полоцкого университета получили медали в честь юбилея со дня начала стройки Байкало-Амурской магистрали. 16 октября в Полоцком гарнизоне на базе Полоцкого кадетского училища прошел День призывника для молодых людей, которым вскоре предстоит пополнить ряды вооруженных сил Республики Беларусь. В мероприятии принял участие 377-й гвардейский зенитный ракетный полк. Гвардейцы продемонстрировали некоторые образцы вооружения, военной и специальной техники и позволили всем желающим почувствовать себя защитниками нашего Отечества. 20 октября в 15.00 в концертном зале Софийского собора состоится концерт органной музыки заслуженной артистки Республики Беларусь Ксении Богорелой. Подробности по телефону 8 0214 46 53 34.